Мыс Рока – потрясающая природная достопримечательность, расположенная в прибрежном регионе Португалии. Находящийся в самой западной точке, мыс предлагает захватывающий вид на Атлантический океан и скалистые скалы. Расположенный вдоль изрезанной береговой линии, мыс Рока демонстрирует великолепные скалы, резко возвышающиеся над Атлантическим океаном. Сочетание высоких скал, грохота волн и панорамных видов создает живописную обстановку, привлекающую туристов со всего мира. Многие описывают мыс Рока как место, которое обязательно нужно посетить как любителям природы, так и фотографам. Сочетание захватывающих дух видов, уникальных геологических особенностей и спокойной обстановки делает это место незабываемым для тех, кто решит его посетить. Для тех, кто интересуется историей, мыс Рока также имеет историческое значение. На протяжении веков он служил важным навигационным пунктом для моряков, и в этом районе до сих пор можно найти остатки древних укреплений. Хотите ли вы погрузиться в красоту природы, отправиться в полный приключений поход или погрузиться в увлекательную историю, посещение мыса Рока в Португалии обещает стать незабываемым опытом, который оставит у вас неизгладимые воспоминания.